Горячая пора началась в кредитных учреждениях. Весной чаще всего клиенты берут займы на стройматериалы и новую мебель. Для потребителей сейчас действуют самые разные предложения. Продолжит тему Елена Старожук. Этой весной Роман Малкаш решил сделать ремонт в квартире. В планах также приобретение мебели и бытовой техники. Обновить все и сразу оказалось затратным. Для получения потребительского кредита обратился в Сургутнефтегазбанк. Достаточно хорошие условия представлены в банке. Посмотрел другие банки по процентным ставкам, по условиям обслуживания. Сроки отличные, условия отличные. Заявка была рассмотрена достаточно быстро. Заявку я подавал по телефону. А заявку одобрили буквально на следующий день. По словам экспертов, потребительский кредит – один из самых востребованных видов займа. Главный критерий при выборе – это максимальная сумма, но с низкой процентной ставкой. У специалистов банка есть и другие привлекательные программы. Тем более, что с апреля изменились условия по действующим предложениям. Мы готовы предложить ипотечное кредитование для зарплатных клиентов нашего банка под ставку 10% годовых. Мы работаем со всеми ведущими агентствами недвижимости города и строительными компаниями. Если говорить о людях, кто пытается сохранить и приумножить денежные средства, то мы готовы предложить размещение депозита. Значит, на текущий момент сейчас ставка составляет 7% годовых. Также клиенты могут стать участниками зарплатного проекта. С полной информацией по действующим предложениям можно ознакомиться в офисе Сургутнефтегазбанка. Елена Старожук, Александр Изосимов. Тюменское время.